Новостройки и вторичное жилье, многоэтажки и коттеджи. В Перми, районах края и за рубежом. А еще операции с недвижимостью, ипотека и страхование. На Пермской ярмарке открылась крупнейшая в регионе выставка «Ярмарка недвижимости». Посетителям рассказывают об изменении цен, помогают реализовать жилищные сертификаты, проводят бесплатные юридические консультации. В это непростое время, когда там есть такие предкризисные моменты, да, проведение этого форума оно особенно важно, потому что здесь именно предъявляется многообразие того, что есть на рынке недвижимости. Это, первое, есть возможность выбора. Во-вторых, существуют специальные ценовые программы, которые именно приурочены к этому форуму. В этом году на самом деле ярмарка лучше, чем была в прошлом. Стало больше девелоперских проектов, стало намного больше местных проектов, появились новые технологии. Для посетителей ярмарки впервые организован масштабный день скидок и распродаж, который пройдет 29 марта. Еще одно интересное нововведение – бесплатные экскурсии на стройплощадке новых микрорайонов города. В первую очередь выставка рассчитана на потребителя, это жителя города Перми и Пермского края. Кто хочет приехать и купить здесь себе квартиру, кто хочет ее поменять, кто хочет, наоборот, сделать движение в сторону Пермского края какого-то района. За там 30-40 минут вы можете оценить и понять, на что вы можете рассчитывать. Кроме того, в рамках выставки проходит 10-й юбилейный Камский форум «Территория развития». В дискуссиях, круглых столах и практических конференциях на самые актуальные темы примут участие более 700 профессионалов рынка недвижимости, строительства и инвестиций. Ярмарка продлится до 29 марта. Юлия Алеева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.